Дорогие друзья, мы отправляемся в следующую важнейшую достопримечательность города Турин – Капелла della Синдоне. Прошу прощения за произношение, но если перевести на русский язык, это часовня Святой Плащаницы. Она была построена в конце 17 века специально для того, чтобы здесь хранилась знаменитая Туринская Плащаница. К плащанице мы с вами еще вернемся чуть позже, потому что сейчас она находится в соборе, в кафедральном. Видите, вот это черное все вокруг стены, еще до сих пор черные, скульптура только очищенная и светлая, потому что в 1997 году здесь был страшнейший пожар, который практически полностью разрушил часовню. Плащаница была спасена пожарными. Сейчас мы с вами подойдем к монитору, там есть такой монитор, телевизор, на котором показывают, что здесь произошло, что здесь было после пожара. Вот такие потрясающие скульптуры, и на фоне обгорелых черных стен они смотрятся еще более ярко и торжественно. Открыли часовню к осмотру после этого пожара 97 года только в прошлом году, ну, для нас в прошлом году, то есть в сентябре 2018 года. Вот здесь стоит монитор, на котором на нескольких языках рассказывается о том, что происходило. В 1997 году, до сих пор, насколько я знаю, причина пожара не выявлена, не определена, что случилось, что произошло. Вот такой был сильный пожар, это документальные съемки 97 года. Посмотрите, что очень сильно пострадали скульптуры, рухнула практически крыша, обвалилась. И все-все было уничтожено. 20 лет, больше 20 лет здесь реставраторы трудились, оттирали все, очищали от копоти, реставрировали потерянные элементы, а многие вот эти мелкие элементы, украшения, крыши, купола, они от сильного огня были разрушены и уничтожены. Отправляемся к кафедральный собор, отсюда его прям видно через окно. Вот кафедральный собор.